Всех приветствую! Сегодня вашему вниманию предлагается обзор великолепного дома в испанском стиле, который расположен в одном из живописных районов Лос-Анджелеса в Западном Голливуде. В этом многоуровневом доме 4 спальни, 4 ванных комнаты, а также имеется дополнительная студия, которая расположена над гаражом. Площадь дома огромная – 3210 square feet, или это практически 300 квадратных метров. В этом эффектном доме, как я уже упомянула, есть дополнительное помещение с отдельным входом и видами на холмы и город. Площадь этого помещения позволяет легко использовать его как игровой центр, кинотеатр или студию йоги. Великолепная двухуровневая гостиная очаровывает своими высокими потолками и огромным газовым камином, способным согреть не только тело, но и душу. Ну а распашные балконные двери просто захватывают дух, открывая фантастический вид на город Лос-Анджелес. Шикарная кухня в коридорном стиле с изысканными кварцевыми столешницами, бытовой техникой термидор из нержавеющей стали, винным холодильником и деревянными полами переходит в столовую с прекрасным видом с открытой обеденной террасой. В спальне на втором этаже есть собственная ванная комната и прекрасный вид из окна. Огромным преимуществом лота является возможность построить еще один дом выше по склону холма. Это может быть двухуровневый дом с парковкой на крыше. Великолепная главная спальня имеет собственный кондиционер, встроенную акустическую систему и красивые французские двери, ведущие на балкон с потрясающими видами. В собственной спа-ванной комнате есть двойная раковина, полы с подогревом, современный душ с эффектом тропического дождя, гидромассажная ванна с прекрасным видом на город. Просторная гардеробная с мансардными окнами Skylight делает данную спальню действительно главной. На верхнем уровне есть две дополнительные спальни в стиле Jack and Jill, то есть с общей сквозной ванной комнатой.
Также есть бонусная комната, которую можно использовать как кабинет или детскую. Виды с окон и правда впечатляют, а локация на холмах придает особого уюта данному дому, который стоит 3 миллиона 850 тысяч долларов. Если у вас остались вопросы или вы хотите подать предложение на покупку этого дома, свои контакты я оставила в описании к данному видео. Всем хорошего дня!